Человек, коль ты рожден на свет, взрасти при жизни дерево, не уподобь свой век бесцельно тлеющей лампаде. Бесславен перед миром тот, кто гаснет должником. Пусть невелик твой дар, лишь дерево одно, но помни, человек, что в книгу мира ты достойным занесен. Каждый из нас выбирает его по-своему, и счастлив тот, кто среди тысячи дорог находит свою, единственную. Только она может привести к осуществлению самой заветной мечты. Извилистая, трудная дорога привела Дангатара в мир самого прекрасного, в мир музыки. Всегда вошел в сердце обездоленного подпаска голос народного певца Бахши, серебряный звон его дутара. Вошел и повел за собой через лишения и невзгоды, горести и неудачи. Но что они по сравнению с высокой целью служить народу? Туркменский государственный театр оперы и балета имени Махтумкули. С ним связал всю свою жизнь, свое творчество, свои надежды замечательный туркменский композитор Дангатар Авезов. Здесь, подобно Меджнуну, мечтающему о встрече с Лейли, он сливался с безбрежным морем чарующих мугамов. Thank you.
молчит инструмент. Мелодия звучит еще в сердце, то слабым звоном горного ручья, то шелестом листьев, то чуткой тишиной спящих барханов. Усиливаются звуки, громоздятся в причудливые сочетания, снова гаснут, чтобы через секунду возникнуть вновь. Ржание коней, звяканье колокольчиков усталого каравана, шум веселого тоя, задорные и грустные народные мелодии переполняют сердце. И вот уже выплескиваются наружу, уже шепчут губы что-то неуловимое, но прекрасное. Подобно Ромео и Джульетте гибнут нежные Лиири и мужественный Меджнун. Но как жизнеутверждающе звучит их смерть. Это настоящий гимн идеям свободы, верности, любви. Это великолепный призыв на борьбу за все, что есть на земле прекрасного. Яркий национальный колорит, лиричность, задушевность, какая-то светлая возвышенность ставят оперу в один ряд с лучшими произведениями классики. Вот уже несколько лет она с неизменным успехом идет на сцене, и горячая признательность зрителей адресована в первую очередь ее авторам, композиторам Дангатару Авезову и Юлию Мейтусу. Десятки вариантов, сотни исписанных страниц, бессонные ночи, мучительные поиски. Бежало время, словно боясь опоздать куда-то. И постепенно ложились на нотные линейки частицы сердца, чтобы своей болью и верой в прекрасное вечно согревать людей, вести их на подвиги во имя светлой любви, во имя
свободы. Плачет сердце Сенем, и душа больна. Для нее печальной надежда нужна. За надежду богатство отдаст она. Мой Гариб, через тебя не проплывало ли море? Шасенем, ее судьба воплотила в себе всю горечь, всю безысходную тоску туркменских девушек того времени. Из моря девичьих слез, из тысячи скорбных мелодий и приглушенных рыданий должна зазвенеть в голосе героини могучая волна всенародного протеста против гнета и насилия, неравенства и деспотизма. Да, именно в этом основа всей оперы. Душа композитора, неразрывно связанная с народом, не могла не почувствовать этого. Жизнь народа и родная природа сделали музыку Дангатара солнечной и светлой, как родник. Напоили ее ароматом полевых цветов и пунцовых роз, одели в нежный бархат весны, дали чистоту горных ключей. Шасенем и Гариб Дангатар Авезов создал в содружестве с русским композитором Адрианом Шапошниковым.
вот уже четверть века радует зрителей, оживая на сцене, чудесная народная легенда. Невозможно быть равнодушным, слушая чудесную музыку, смотря на игру талантливых исполнителей. И зрители вместе с ним радуются и негодуют, любят и ненавидят, сами становятся участниками всего, что происходит на сцене. Опера «Шассенем и Гариб» стала подлинно народной, и свидетельство тому — ее неувидаемость. Еще был маленьким ребенком, еще и мне тоже приходилось бросаться среди простого народа пастухов в песках. Приходилось играть на маленьком тюдике. Так и с удовольствием сейчас хочется от души благодарить свой народ за то, что именно, понимаете, меня воспитали в народном духе. То есть пишу я сейчас, стараюсь, если она не совсем получается, стараюсь писать музыку, именно если даже это в крупной форме, оперы, оратории, кантаты или другие сольные или хоровые произведения, чтобы эти произведения были понятны тем же простым людям, с которыми я когда-то был. Но они сейчас, конечно, они выросли, они сейчас очень требовательные стали, чтобы этим людям оно было понятно всегда. Для них как раз я и пишу. Выразителем его самых заветных желаний, быть его судьей и совестью, какая-то огромная и почетная задача. И для этого надо быть самому частицей народа, делить с ним радость и горе, вместе мечтать и вместе строить светлое завтра. Başkaydım ayağına durdu dine kanattır Durdum dedim ardım var ardıyla adalattır Dedim sana aşık mem koydu dine kazattır Dedim periler hani temsiline terem zahini Dedi bu sözüm kırga Имя маленькой Айны стало первой ласточкой, оповестившей людям о рождении новой оперы «Айна». Опера рассказывает об искусных туркменских ковровщицах, мастерству которых удивляется весь мир. Thank you.
Оно написано также совместно с композитором Адрианом Шапошниковым. Авторы впервые воплотили в ней темы и образы, волнующие современников. Айна – выдающееся музыкальное повествование о жизни советской Туркмении. Две струны удутара, но сердце одно. Так говорят в народе о творческом содружестве поэта Карасит-Лиева и композитора Дангатара Авезова. Одна струна – поэзия, другая – музыка, но звучат они вместе. Песни, солнечные, как небо родной Туркмении, нежные, как голубые сумерки капендагских ущелий, кантаты и оратории, воплотившие в себе мужество и бесстрашие свободолюбивого народа, романсы, легкие, как дыхание ветра, и ласковые, как утренние зори, много создали вдохновенные струны дутара, два сердца, слитые воедино. Бесценным вкладом вошло их творчество в музыкальную сокровищницу туркменского народа. Прекрасная Москва, прими наш мугам, великая столица. Лира композитора, окрыленная щедрым дарованием, облетела не только все уголки родного края. Ее ждут, радостно встречают другие народы. Священный Ганг, седые хребты Кавказа, ковыльные степи Украины шлют свою благодарность композитору за его чудесную музыку. Серьезным экзаменом для композитора явилась декада туркменской литературы и искусства в Москве в 1955 году. Душевная теплота приема, искренние пожелания, бурные овации москвичей вдохновляют композитора на новые творческие поиски. Вся страсть сердца, весь разум и воля собраны для воплощения в музыке образа самого простого и самого великого человека. Где ты?
солнце. Где нежная зелень деревьев и яркие краски цветов? Почему так долго не встает заря над Капитдагом? Ночь. Кромешная темнота. И только удары сердца вспыхивают острой болью. Лишь слепой знает цену зрению. И это в расцвете творческих сил. Когда еще так много надо сделать? А может, сдаться? Забыть мечту, уйти на заслуженный отдых и никогда не притрагиваться. Нет, нет, нет! Сердце, пока разум остается ясным, пока пальцы могут стучать по клавишам, не найдется в мире силы, которая смогла бы остановить неудержимый творческий порыв могучего таланта. Сейчас основная моя творческая работа – это опера над Горовлой. Либретто пишет Карасейтлиев. Ближайшие 2-3 года, может быть, закончим. Сейчас, как сказать, что-либо сказать о каком-то готовом музыкальном номере, сейчас затрудняюсь, потому что хочется еще отделывать и отточить кое-какие свои музыкальные замысли. Но это произведение для меня очень вдохновляет. Я с большим настроением и большим наслаждением работаю, потому что это сокровище нашего туркменского народа. Очень много музыкального материала, музыкальных песен, барши, созданных очень многими веками нашим народом. Жизнь и талант, мечты и надежды отдал композитор своему народу. Искусство композитора стало неотъемлемой частью музыкальной культуры солнечного края. Народ сделал Дангатара своим певцом, полюбил его безграничной любовью, доверил ему свои самые заветные надежды и мечты. Человеком большого сердца зовут люди Дангатара. От песен до хоровых и симфонических произведений, от небольших музыкальных пьес до крупных опер. Таков диапазон творчества народного композитора.
Ритмичнее и немножко легче. Тут пьяно стоит, ты аккомпанируешь. Айлара, пожалуйста, тоже. Немножечко ритмичнее, более ритмичнее и плотнее, чуточку плотнее. Пожалуйста, еще раз сначала. Внимательнее. Турменская мудрость гласит: профессия отца достойна сына. Можно добавить к этому и дочери. Кто знает, может быть, Айлар и Айна пойдут по славным стопам своего отца. Композитор сумел передать в музыке всю глубину философской мысли и величественный образ вождя революции. Оратория Донгатара Авезова звучит мощным призывом, поднимающим советский народ на новые подвиги, на борьбу за построение коммунизма. Донгатар, тебя мать утренним рассветом назвала, а Родина певцом народа. Минут месяцы, пройдут года, но светлый образ твой и музыку твою потомки в песнях пронесут через века.